Наш ранковий музичний блок продовжується. Ми почули неперевершене тріо Владислава Рудницького. І чим зараз займаються обдаровані та талановиті хлопці? Як проходить їх освітній та творчий шлях? Давайте дізнаємось від самих хлопців. Сьогодні вони у нас на зв'язку. Владислав Рудницький – це композитор, музикант, засновник та клавішник гурту «Владислав Рудницький Тріо», а також Ігор Пожидаєв з нами сьогодні, учасник гурту «Тріо» та, власне, учасник, який грає на барабанах. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас проходить карантин? Розказуйте, чи є він для вас продуктивним? Ну, зараз ми вже знаходимося в консерваторії, і так як міри послаблення вже були, і ми зараз приїхали займатися і готуватися к зачетам, і, відповідно, учиться і грати втроєм, так як у нас був великий перерив. Тобто на карантині ви не репетирували, чи репетирували онлайн, збиралися разом? Як проходили репетиції? Репетиції, к сожалению, не проходили. Ми з ребятами планували робити це як-то через інтернет, але були всякі технічні проблеми з цим, тому ми, виходить, весь карантин, 2.5 місяці ми взагалі не репетировали, но мы регулярно связывались, созванивались, общались, постоянно обменивались музыкой. Вот. Як пройшов для вас час самоізоляції? Чого ви навчилися? Чи присвячували час музиці, музикуванню? Розкажіть детальніше про це. Очень продуктивно, как казалось бы, как, точнее, как оказалось. Потому что очень было много времени обдумать дальнейшие планы, рассмотреть какие-то новые идеи, способы выражения своих идей в музыке. Очень все было интересно, и в первую очередь для меня, не знаю, как для тебя, Игорь, я внутренне поменял отношение свое к многим вещам, которые касаются семьи и, в частности, которые касаются музыки. Какие-то новые видение і більш глобальне восприятие творчества. Вот. Чи був, Влад, чи був час для створення нових композицій? Чи було натхнення? Для композицій «Тріо» я почти этим не займався. Я більше углубився в изучение своего инструмента. Я пишу сейчас и на карантине начал сольную композицию. И, в принципе, сейчас занимаюсь вот этим. И на карантине тоже занимался написанием сольной композиции и изучением каких-то новых возможностей фортепиано. Влад, розкажи детальніше, що саме тебе надихає на створення композиції, або хто тебе надихає на створення композиції? Это очень хороший вопрос. Иногда это зависит от эмоций, которые ты испытываешь. А иногда лично меня очень вдохновляет звук инструмента, самого фортепиано. Я могу сыграть какой-то аккорд, и у меня может сложиться картина. Либо же то, чем я последнее время вдохновляюсь, это современное искусство, которое не касается только музыки. Это театр, живопись в частности, и какие-то личности. Очень сильно вдохновляют люди, которые очень радикально выражается в каких-то других сферах, которые не касаются музыки. Это очень-очень вдохновляет. Кто ті кумири, так би мовити, ким ти надихаєшся? Это Влад Габда, такой художник. Мне о нем рассказал Яків Цвітинський и Данил Винариков, наши, в принципе, педагоги. У них было совместное сотрудничество. Я пересмотрел очень много его интервью. И также Иван Марчук, тоже очень известный художник украинский. Он сейчас дает свои выставки в Киеве. И у него есть тоже очень необычная техника. И меня больше всего поражает его путь. Что он уехал в Америку в очень молодом возрасте и творил там, потому что его очень сильно репрессировали в времена Советского Союза и не давали выразиться максимально. Когда он уже приехал, и когда я увидел эти картины, ну, такого, такой техники я еще не видел до этого. Вот. И меня впечатлило это. Я подумал, что у каждого есть возможность привнести что-то новое. И
нужно это делать. Игорь, расскажи про свій час на карантині, чим ти займався, можливо, грав, створював також свої композиції якісь. Розкажи детальніше. Я, к сожалению, или к счастью, наверное, уже к счастью, не пишу музыку. Мне просто этого на самом деле не хочется. В основном все мое время было потрачено на занятия, послушивание новых каких-то стилей музыки, альбомов, композиций. Но это вообще большую часть моего времени занимало. Я слушал и смотрел концерты, также вдохновлялся людьми. Особенно мне вот почему-то нравится вдохновляться спортсменами. Я как-то нахожу что-то вообще между спортом и музыкой, не знаю. Як, до речі, освітній процес проходив на карантині? Чи продовжували освіту під час карантину? Розвивання во время карантину? Так, да, само собой. Ну, у нас, як і, мабуть, у всіх ребят, які учаться в вузах, у нас було дистанційне обучення. Воно розпространяється почти на всі предмети. Тому, так, ми розвивалися, обучення відбувалося. Чи важко отримувати музичну освіту ось так онлайн? Це ж не офлайн? Ну так, це достатньо тяжело, но возможно. Главное – желание. Ну, а наскільки загалом важлива музична освіта для музиканта? Чи можна стати таким провідним і супермузикантом, не маючи базової музичної освіти? Так, це взагалі легко. Думаешь? Да, я считаю, что можно вообще, в принципе, не учиться ни в музыкальных школах, училищах, колледжах, академиях или консерваториях, и можно быть отличным музыкантом. Тут, наверное, больше тусовка, так называемая, играет роль. Ну, то есть, чем больше тебя окружает музыкантов, еще желательно, чтобы они были выше тебя уровня, тем лучше. Ну, самое главное, чтобы это были тоже люди хорошие. Ну, да. Ну, ми бачимо, що у влада своя думка є з цього приводу, чи да. Ні? Я в цілому, я з Ігорем согласен по поводу того, що дуже важливо окружение в музиці, особливо в джазовій. Но я вважаю, що ті знання, які ти не отримуєш, а особливо, що стосується музики, вони тебе ограничують. Тобто, то, чого ти не знаєш, это не дает возможности выразиться полностью. То есть, соответственно, чем больше есть инструментов для выражения, чем больше знания гармонии, знания ритмов, музыкальной терминологии и всех вот таких вещей, самых обычных, казалось бы, тем свободнее можно творить и уже на этапе создания музыки, композиции, уже не задумываться о таких мелочах, как гармония. То есть доверять интуитивному слуху или же каким-то техникам. Вот. Так что я думаю, что знания – это очень обязательная вещь. Ну, как минимум, музыкальная школа – это точно. Угу. Розкажіть про майбутні плани тріо. Чи планується, наприклад, вокальні якісь композиції? Тобто додати до тріо вокал, наприклад? Это очень хорошая идея, но пока мы еще не готовы к такому сотрудничеству, потому что мы пока работаем в целом над нашим звучанием втроем. Вот. И чтобы вести концертную деятельность с вокалистом или же с другим инструментом, нужно владеть, как мне кажется, чуть более плотной основой и большими знаннями. Перший концерт у вас вже відбувся, чи думаєте вже про другий концерт? Да, весь карантин, чесно говоря, думали, ручки чесались, хочеться вже, чесно говоря, поіграти не в класі, а где-нибудь на публіці. Ну, поки це тільки все в мислях, тому як, ну, к сожалению, виступлення конкретно не можуть зараз состояться, площадки закриті. Поэтому ждем и продолжаем репетировать, вдохновляться, писать. Да. На вашу думку, наскільки важлива підтримка для музиканта і хто вас підтримує у вашій творчості? Ну, у мене це в основному це батьки.
Мой отец меня очень в этом поддерживает. Я ему за это очень вообще безумно благодарен. Он всегда как-то волшебным образом находит, что сказать. Я сразу начинаю верить в себя, вообще во все, что я делаю. Это вот родители. Влад, что до тебе? Да, родители очень сильно поддерживают и вдохновляют. И помогают справиться с трудностями, которые не всегда легко преодолеть, то есть самому. Они действительно находят нужные слова и помогают разобраться в себе и понять, как решить ту или иную проблему. Дякуємо, хлопці, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Ми нагадаємо, що з нами на зв'язку були Влад Грудницький та Ігор Пожидаєв. Успіхів вам! Чекаємо на новий концерт і обов'язково дивіться, шукайте Влад Грудницький Тріо на ресурсах у Фейсбуці та Ютубі. Долучайтесь, підтримуйте дніпровських музикантів. Дякуємо. Дякую вам. Дякую вам большое. До свидання. До побачення.